Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы продолжаем играть в Skyrim. Меня тут сейчас лаганула игра, поэтому... Ну, я сюда, в общем, пробрался с крыши. Мне... Так, мне вроде бы как вот это вот убийство. Последняя ошибка. Ну так это тоже не работает, кстати. Kill. Блин, я не понимаю, а как убить по стелсу? Почему не получается? Ой, господи. То есть вот мы без палева зайти мы можем. Вообще изи. Видите, ни штраф, ничего не появляется. Убирайся от меня. Тебе... Я не в настроении. Говори, что... Что? Ну, это мы еще посмотрим. Ну вот, началось. А, вот она меня первая, я ее не бил. А, так вот как это работает. Надо, чтоб она меня первая убила. Ударила, в смысле. И все, и стражникам сразу пофиг становится. Вот, все, я теперь понял, как мы будем всех убивать. Два стекла, шкура медведя, крик Харкера. Так, все, я никого не убивал. Она сама на меня напала, я защищался. Вот как это делается, блин, изи вообще. Так, окей, что нам теперь надо по квесту Темного Братства? Мы засветили Донстар. Где этот самый? Убежище Темного Братства. Так, погнали в убежище Темного Братства. Вот, так. Блин, у меня же еще лошадяка есть. А, кстати, седло на лошадяку можно одеть, интересно? Надо будет одеть на нее седло. Первый вопрос, где ты живешь? Второй вопрос, какие у тебя наушники? И, кстати, хорошего стрима. Живу в Таганроге, наушники Razor или Razer. Глючат, кстати, уже. Но они у меня уже, наверное, года полтора. Вот. Так, что-то этот, кстати, крик на убийство какой-то стрёмный был. Вы не говорили с Астрид? Она у бассейна приветствует мать ночи и её маленького шута. У нее есть для тебя контракт. Потом приходи ко мне. Вы не говорили с Астрид? Она у бассейна приветствует мать ночи и её маленького шута. У нее есть для тебя контракт. Я говорил с Астрид, твою мать. А, ладно, пофиг. У нас же тут куча этот. Прощай, любовь, это поговорить с Астрид. Вот. Да, мы сейчас прощай, любовь. Ну, в смысле, прощай, любовь, в принципе, это фигня. Конечно же, Цицерон, и ты, и мать ночи здесь желанные гости. О! И тебя здесь будут уважать, как пристало уважать хранителя. Понял, муженек. Хм. О, да, да, да. Спасибо, спасибо, спасибо. А мы же его сдали властям, помните? Главное в этом убежище я. Мое слово — закон. Мы друг друга хорошо поняли? О, да, госпожа. Лучше не бывает. Ты главная. Слава Ситису, вот и ты. Мне уже до смерти надоел этот болтливый кретин. Нам нужно кое-что обсудить. Ну что ты, не может такого быть. Именно. Контракт, е. Отправляйся в город Маркарт и поговори там с помощницей аптекаря. Найдешь ее в ведьминой настойке, в часы работы лавки. Девчонка говорила, что хочет убить бывшего любовника. Судя по всему, она совершила черное таинство. Ее зовут Муири.
Поговори с ней, ну, заключи контракт и исполни его. Хорошо, что я уже предсказала собственную смерть. Так, что-нибудь еще? Сделай все так, как она пожелает. Покажи профессионализм и выполни заказ. Окей, не вопрос. Первый контракт, можешь оставить деньги себе. Наверняка она будет щедра. Они всегда щедры. Блин, а вот это, кстати, тёлоча вроде даже неплохо нарисована. На ней нету варианта жениться. Так, ладно, поговорить с Муири. Пойдем контракт решим. Хотя, на самом деле, я сейчас не этот контракт пойду. Я сейчас пойду три мелких контракта, а уже потом это самое. А уже потом, в общем, все остальное. Так, тут у меня были еще... А ну-ка, Джей. Вот, этого Индомира Папия мы убьем. Так, где он, этот Индомир Папий, живет? В деревне, она у меня даже засвечена. Ой, как хорошо. Ой, как шикерно. Просто пипец, как офигенски. Так, ладно, поехали дальше. Чё это ты тут, курица? Я знаю, когда убить курицу. Так, где этот Индомир Папий? Он что, уже перешел куда-то? Где он? А, да нет, тут сидит. А, ну тут мы его легко завалим без свидетелей. Он тут сидит. Чего тебе надо? Отстань от меня. Ты не зря опасался. Это ты о чем? Нет! Че, будешь драться? Пощады! Так, золото, пару отмычек. Ну, остальное не на это. Я тут вижу крабов, ребята. И нам сейчас надо, наверное, этот самый. Так, сейчас. Так, отлично, пару душ захватили. Хорошо. Да я просто чарку еще параллельно качаю, а чтобы прокачивать чарку, нужно что-то зачаровывать, а чтобы что-то зачаровывать, соответственно, нужны камни душ. Так, ладно, с Назиром это мы... Этот... Ага, есть. Вот, убить Нафи я еще хочу. Вот так. Сейчас пойдем убьем еще одного чувака. Блин, за Черное Братство, кстати, прикольно играть. Убиваешь, да и все. А где этот Нафи живет-то? Что-то я не понял. Где метка? А, вот метка. О, тоже в этой самой, в... Ну, короче, вы поняли. Текс. Фусрада, борода, борода, фусрада. О, корень Нирна. Чтоб не звенил, мы его возьмем. Блин, зачем корень Нирна нужен и почему он звенит? Я когда-нибудь это узнаю. Блин, ты шахтер обычный. Кто ты? Чего ты хочешь? О, нет, пожалуйста, я никого не обижал. Оставьте старого Нарфи в покое. Фак, меня заметили. Хорошо, хоть я сохранился перед этим. Так, а вот надо... А ну-ка. Кто ты? Чего ты хочешь? Нет, убогий, не надо! Пожалуйста, оставь меня в покое! Блин, а вот интересно. У меня же есть ядерное оружие, правильно? Правильно. А почему бы мне с помощью него не выполнять контракты? Только он тут в таком месте, что его и фиг спалишь.
А какой 1000 штраф? Меня же никто не спалил, по идее. Вот кто меня тут спалить мог, а? Идешь на высокий Хродгар? Ну, вроде эти на меня не агрятся. Надо стражника найти. Вот, стражники. Не двигаться. А откупиться есть, Варик? Я могу решить твои неурядицы со стражниками. Но придется заплатить. По рукам. А теперь живо отсюда. Не то передумаю. Что делает Девакин после того, как его призовут седобородый? Думаю, что можно научиться? Так, ну, в принципе, 500 голды, ладно, у меня и так 50 тысяч. Хорошо, не совсем, конечно, получилось правильно, но нормально. Так, теперь пойдемте, в принципе, за этот самый. За выполнять квест этой. Контракт. Так, контракт, контракт, контракт. Это нам в Маркарт надо. Погнали в Маркарт. Сейчас будем выполнять контракт. Сколько стрим будет идти? Ну, там плюс-минус обычно до 6 часов. Вот, то есть уже скоро, скоро будем заканчивать. Так. Там-потам. Скайрим для нордов. Благодарю, Фенрир поддержал канал на 70 рублей. И написал, что Скайрим для нордов. Для каких нордов? Скайрим для каджитов. Для кота, вора, архимагов. А кто я еще? Еще я седобородый, серая грива. Короче, мы тут вообще уже мощные скайримчики. Так, ладно. Поехали. Поехали сюда. Нужен новый клинок. Иха, там-потам. Ведьмина настойка. Я так понимаю, мне сюда надо. Купи детишкам подарки на Ютубе. Фенрир не прав, Скайрим для шашлыков. Тоже вариант. Почему? Так, Мури. Темное братство пришло. Да. Черное таинство. Оно и правда сработало. Очевидно. Теперь скажи мне, что тебе нужно. Мне нужна жизнь Алена Дюфона. Я хочу, чтобы его нашли и убили, как собаку. Когда мы были вместе, я этого не знала. Но Ален, главарь банды головорезов, разбойник. Они прячутся в двемерских развалинах, Ральфтхаре. Это около Виндхельма. Там у них укрытие. Оттуда они и устраивают набеги. Ну, у разбойников на изичах мы сейчас размотаем. Алена Дюфона и убей его. На его дружков мне наплевать. Делай с ними что хочешь. Но Ален должен умереть. Окей, убьем мы и Алена. Как только Ален умрет, я тебе заплачу. Но вообще-то есть еще одно дело. Давай. Можешь еще кое-кого убить. Не обязательно, это не входит в договор, но если убьешь, получишь еще больше денег. Это Нильсен расколотый щит. Она живет в Виндхельме. Если Нильсен тоже умрет, я тебя не обижу. Еще что-нибудь? Так, ладно, мне неинтересно, почему убить Нильсен не вопрос, Алена не вопрос. Я, короче, сейчас буду кровожадным, вообще холоднокровным, жестким убийцей. В Скайриме просто всех нафиг вырежу. Кого только можно. Так. Значит, куда нам надо?
Убить Алена Дюфона. Дополнительно убить Нильсен. Пойдемте сначала с дополнительным разберемся, а потом уже с Аленом Дюфоном. Шашик, где ты взял огненный шар? А я не помню, купили мы, по-моему. Ладно, сейчас мы этот самый, сейчас мы подарки им найдем где-нибудь там, какие-нибудь заварные пирожные или что-нибудь такое. По мере этого что-нибудь буду теперь... И как мне ее убить здесь? Если под деловым предложением ты имеешь... Так, ладно, давайте подождем 12 часов до вечера. Посмотрим, где она живет. И попробуем кокнуть ее там. Иха, там, потом. Ту контрабанду забудь об этом. Тех моряков, кого я знаю, талант нарываться на неприятности. Так, ну чё... Чувиха, ну давай это сваливай куда-нибудь. Уже ночь, понимаешь, ночь. Неужели девушка не может иногда развлечься? Все хорошо, надеюсь? Да, все отлично. Вот, походу она свалила в свою эту. Походу она свалила в свою лабурню. Ага. Подождите, это я куда иду? Стоп. Это убить Алена. Дополнительно это другой указатель. Фак, я перепутал. Ну ладно, ничего страшного. Я что-то подумал, что наоборот. Ну ладно. Пойдем. Смерть ее найдем. Пойдем. А где ж она живет? А вот, походу, здесь. Сейчас мы ее убьем. Дом клана Расколотый щит. Так. Ого, Фенрир пишет, задержка 2 минуты. Обычно задержка меньше. Но она, да, зависит от... Так, давайте тут сохранимся сейчас. Вот кто тут свидетель, а? Вот кто? Совести преступления против Скайрима и его народа. Да вы задолбали, ну... Сделайте же что! О, все штрафы, по-моему, сняты. Все? Блин, а я уже быстрое сохранение перезаписал. Не, ну по идее должно быть все. А, так то есть всего можно несколько стражников чпокнуть и все. Надо было так же сделать в этом. Ну ладно, сейчас посмотрим. Ты что ли свидетель? Тебя тоже могу убить. Так, ладно, вроде бы все штрафы сняты, поскольку убиты свидетели. Давайте выйдем в Виндхельм и посмотрим, будут ли на меня. Не, вроде никто не агрится. Все нормально. Здорово. Так, это мы убили побочную, да? Этот, побочный квест. А теперь погнали убивать Алена Дюфона. Ну, я так понимаю, куда-то в Ирканралд надо. Вот, и ништяк. Вот, ладненько. Я тогда, пожалуй, на этом этот выпуск и закончу. Большущее вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.